Всем привет! Мы сейчас с Кейли зашли в китайский ресторанчик. Это не китайский буфет, где можно все брать себе. А мы заказали, значит, китайский супик. Вот такой вот сифуд с морепродуктами. Горячий брокколи здесь, грибочки, крабовые палочки, еще что-то плавает. Надеюсь, все это съедобно. Дальше рис. Вот я немножко его полила соевым соусом. С соевым соусом гораздо вкуснее, чем без него. У меня мугугай называется. Мугугай пен чикен. Значит, у меня цыпленок здесь, сельдерей, грибочки, морковочка. Все это очень вкусное. И вот я себе заказала еще так называемый гарлик соус. С чеснока соус. Вот таких мисочек красных мы будем кушать. Вы сегодня заслужили, потому что я вообще сделала программу максимум. Я занималась на тренажерах, с гантелями. Дальше у меня был танцевальный класс. И в итоге я пошла еще поплавала добросовестно, сделала все свои 20 бассейнов. Поэтому мы заслужили такой вкуснятину. Я покажу, что кушает Кейли. У нее вот такой вот рис с морепродуктами, со шримпами. Hi! Это моя подруга Кейли. Hi, sweetie. Так что мы наслаждаемся, будем кушать. И вам приятного аппетита тоже желаем.